Приветствую на моем канале. Сейчас слышу о том, что значит пророчество, что вот Билли Грэм ушел и наступает, значит, серьезное пробуждение в мире. Я согласен, пожалуйста. Я ничего против не имею. А еще слышу того, что, значит, у людей приходят, значит, места списания 2-22-2-2 с двойками связаны. Они говорят, должна быть излита двойная порция помазания. Двойные какие-то штучки, дрючки должны быть от отца. Двойная, вот это двойная. Я хочу сразу сказать, время одиночек закончилось. Время одиночек закончилось. С уходом этих людей, видимо, пришло время, когда время одиночек закончилось. Я буквально недавно об этом говорил. Время одиночек закончилось. Теперь по двое будут ходить и проповедовать соответственно. Вот тебе и двойная сила. Вот тебе двойное помазание. Как в Писании написано, да, Соломон говорит. Некоторые говорят: вау, это что-то новое на земле. Это не новое, это хорошо забытое старое. Я просто хочу сказать о том, что, знаешь, Бог не меру дает дух. Как ты думаешь, у Ишуа Хамашех был двойной Бог? Сила, она не измеряется в масштабах двойственности, тройственности, вдвойне. Теперь у тебя мышцы будут не такие, а в два раза больше. Ну, физически это возможно, но духовно рост происходит, я понимаю. Дети твои вырастут в два раза быстрее. Я понимаю, откровение в два раза больше может быть. Если ты получал одно откровение в день, теперь будешь по два получать. Еще могу понять. Но как Святого Духа может стать в два раза больше, если он... Ты понимаешь, что его небеса небес не вмещают? А вот когда по двое посылаются, по двое, вдвоем. Вот ты ходишь с братом, сотоварищ твой, так скажем, да? Дух Божий соединяет вас в один какой-то единый организм. И вы ощущаете то, что происходит у друг друга. Вы переживаете одни и те же вещи, вы ходите в одном и том же помазании, в одной и той же силе. В одних и тех же откровениях вы ходите. Войне. Потому что двое. Люди получают какие-то такие вот откровения интересные, но истолковывают их безобразно. Безобразно.
Поэтому я не знаю, будут ли меня смотреть люди, которые слушают вот эти вот истолкования откровений с неба на плотском земном уровне. Если все же ты меня смотришь и слушаешь, то имей в виду, что то откровение, которое дано по поводу вдвойне, не имеется в виду, что у тебя силы теперь увеличатся в два раза больше, чудес будет в два раза больше, знамений в два раза больше и прочие вещи. Они, может быть, и умножатся, но ты никак их не определишь. В два раза, в три раза, в четыре раза они увеличились. Ты это не определишь, не измеришь. Поэтому перестаньте, дорогие мои, нести бред. Если действительно откровение от отца о двойном, 2-2, и у тебя везде двойки, то это гарантия того, что отец закончил время, где по одному были. Теперь будет по двое. И если ты будешь вдвоем, как в Писании написано, один прогоняет тысячу, а двое, что, 2000? Нет. Тьму. О каком двойном помазании, если тьму? На этом закончу. Благословение.